Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Ой, глазастика. Пам. Пам. Я за милю чую запах победы. Вот так вот. Так, что у нас есть? Залочить. Зара пирата поставить, на следующий ход левел монетка, да? Кстати, монетка в руке как раз будет неплохо, потому что я могу, возможно, с обилкой где-то сыграть на пятой монете, монетку все еще ставить. Нужно будет ли карту выкупать обязательно. Ты уже слышал новый бальтайр? Кстати, нет, не слышал. Это мы сейчас примем. Здравствуйте. Как это красная, на следующую игру поставишь на красный. Ой, я посмотрел, что там делать для рыцаря. Вань. Да разве дера? Отлично получил карбар, только пришлось на Яндекс.Маркете заказать ребенку. Ну, на что не пойдешь ради хорошей карбонары. Стремянка ради одной. Вот знаешь, что ты так, закидывай макаронину, потом жди, потом в следующий раз, когда уже готовишь, снова макаронин закидывай. Прикрепился же, хорошо. Вон, после пяти этот, готовых таких на стремянку залазь и все, убирай. Пиратов нет, да? Ну, это хорошо. Ноги один. У тебя тоже не будет пиратов. Раз у меня их нет, у тебя их тоже нет. Гарсиполу прилипает уже готовый макрон, а до нее быть не может. Только с толком работает. Доброе утро, Хэй. Здорово, ребят. Пирата 2, все-таки нашелся парочка пиратов. Еще и за бафы себе нашел там. Ой-ой-ой. Жестко. Па. It's my fault. Обошел. Я думаю, пойдет ли он левел. Если просто левел, то можно забрать так и обилку нажать. Ладно, три атаки, возможно, достаточно будет. Ты атакуешь. На этот файт. Возможно, надо клон такой, чтобы он просто раньше выходил. Давай так. Ну, чел облапнул, так что у него на все про все сколько будет тычек. Достаточно, судя по всему. А, не, достаточно, ладно. Хорошо. Тройку раскопали, сработало. Наверное, пират 1.6, что-то подобное было бы неплохо раскопать. Часовой в бочке. Ну, это очень сильно. Я охрень какой сильный сейчас. Это просто шок какой сильный. 4 здоровья, блин. Точно это может до тир 6 догнать. Ты опять цепился бабушкой на основке? Не, это просто вчера там в тагопасту это кидали. Привет, Ась. Какому тиру тишешь мерзоцита? Ставь такой средненький. Если умеет каждый раз, когда идет 3 на 3 с монеткой копать, ну, типа монетку, то повыше тир. Ну, еще по броне норм. Ладно. Ну ладно. Так,
Так, ожерелье есть, компас есть. Блин, компас это то же самое, как его. Бутылка только хуже. Какой-то знак просто заберу, продам разведчика сразу 5 раскопаю, а потом следующий ход 6 раскопаю. А, подожди, ты меня возвращаешь. О, найс. Это найс. How can I tell you? 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 Ну вот маленькие, а, кстати, связанные с Аркейном, прикольно. Что он норм так забафанный? Это из-за бухлишка, что ли? Еще эта штука добавит корабелов. Победа 100. Победа 100, ребят, если кто спросит. Жестко победил. Жестко побил, считайте, уничтожил. Блин, хочу и левел сделать, и в то же время эту штуку реализовать куда-нибудь получше. Как это сделать? Ну, то есть, если никак, то можно что-то вроде продать, поставить кумира, дать эту штуку в кумира, не знаю, тебя забрать, на мерзость накинуть. 2-1 забав, 2-2 забав, тоже по всем столу. Вроде прикольно, неплохо нам. Раскопать отсюда, может, пират такой прокнет. Если что, левел пойти, если, ну, не важно, прокнет, не прокнет, в любом случае левел. Не хочешь апать? Не, я думаю апать, там-то и дело. Я хочу апнуть, но не хочу карту продавать, чтобы делать ролл. Наверное. Или чили продать, пофиг. Манер продам. Закажи ченс, будем этот нахождение шестерки платить. Рыцарь. Очень топовым, очень сильным. Ну, кстати, хороший удар. Минус пятый дроп. Получаем, может, даже не 15, а сколько? 12. Есть. 4-13, кстати говоря, средний урон. Ну, хотя ладно, он пока с мерзостью, мерзостью он всегда плохо считает. Так что такое. Так что, ребят, такое не особо-то и воспринимаем. Круиз есть. Продать два пирата, забрать круиз, забрать. Да, круиз заберем, мобилку нажмем. Сейчас идунькаем. Оставил эту штуку вся еще как, ну, типа, бабл, который будет баф заподлизу. Во-первых, во-вторых, тип существ под мерзость вдруг где-то. Есть дракон, можно флангу пробовать, это правда, можно попробовать, если что, вдруг. Ну, я бы, если честно, пока, возможно, ориентировался больше на вот этого. То есть, если мне сейчас предложат повязку, ваши пираты, ну, то есть, два пирата собираются в триплет, я бы в АПМ поиграл. Покрутился, стал бы сильнее. Ну, чисто по статам. Мурлоков нет, из-за этого портрет Трубадура может быть, во-первых, не так хорош, но, с другой стороны, эстетрис, который можно давать Трубадуров, правильно? Мерс не хочет драться перед Лиз, за ней не хочет. Не так нормально. Наконец-то, наверное, тебя наперсло все-таки. Здорово, мощный, здорово, здорово. Не сиди, поставь этот гост, качайте Лизы. Ну такое. Не. Не. Вань, Вань.
Па-пам-па-пам. Secrets. Вот, лови. Чил. Только тело что берем. Погеем. Ладно, это происходит. Это происходит. Так поставим просто. Дашь пару монет, окей, наверное. Фаланга появилась по драконов. Ну, давайте раз так. Вообще, пытаюсь отсюда голдишку получить, пытаюсь еще там отсюда голдишку получить. Я хочу на следующий сделать левел и пытаться найти себе трепе Тетриса и дальше крутиться с этим всем. Все еще, если дадут дракона поэта, я хз, мы будем это пытаться. Ну, типа фаланга, поэта, нужен еще пираться четвертый таверный. Знаменосец. Оценить так, для девятого хода очень даже презентабельно, я думаю. У него есть поэт. Очень плохо по тычкам мы проиграли. Я, ну, в смысле, голду еще не получил, и теперь все плохо. Не проиграли. Ура. Как будто мы пираты, как будто мы действительно пираты. Привет, Арслан. Как настроены сегодня? Как настроен сегодня, слушай, Тёма, отлично, отлично, просто отлично. Готов жестко побеждать. Как у тебя настроен твой день? Надеюсь, тоже замечательно. Ты. Вуп! Это кто это? А, это фланг отрепляет. Так. Че, пока забрать, ребята, или забрать? Ну давай так пока что. Реборн. Судьба мира висит на волоске. А, ладно, сникаем. Зачем тебе первая карта на столе? Да пусть будет, че нет. Я говорю, мы все еще возможно пойдем в поэта, фаланга, то есть сохранение шалопаек на вот это вот всем. Но нужен четвертотаверный пират, заминосец, чтобы это было окей. Возможно, будем использовать Тетриса чисто как то, что будет давать нам пиратов. Пока мы просто мы не знаем точно, кто мы, что мы. Фаланга с реборн же руина, если вы я билд эти. Да не, ничего не руина, она же... Хрип же первый работает. Сначала хрип работает и пытается шалопайки вылезти атаковать. Для них нет места, потому что их сразу же атакуют. А реборн он срабатывает позже. Скорее, реборн никак не сработает, если уж на то пошло. Ладно. Что это, проклятая машина? Я, наверное, не буду пока его трапе собирать. Такая же штука есть, я думаю. А-а-а!
А, ладно, плевать, все. Плевать, 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 ребят, плевать. Ну, замелся, долго не дают, я подумал, все, уже не хочу в это играть. Слишком долго. Все еще, если бы сейчас, наверное, получил заминоться, то я такой, ну, окей, ладно, попробуем. Ну, уже все, на следующий ход заминоться я не хочу начинать. Сейчас только сохранять пытаться этих шалопаек. Только-только с нуля. Так, пофиг, поехали так, забрал, смотрим. Yes, I'm motherfucking dangerous. Поехали так. Это найс. Доброе утро, месье Аслан. Доброе утро. Спасибо за потрясающий плейлист. Некий Елисей смотрит твой стрим сейчас. Зашли ему привет пламенный. Ну и дауби этих трясогузок. Кого? Пламенный привет. Здравствуй. Здравствуй и пламенный привет, само собой. Ладно, пока просто что-то поставил. По идее, тетрисов он никогда не найдет, правильно? У меня два золотых плеча, один обычный. Вот так, и писает еще раз. Здравствуй. Некий Лисей смотрит твой стрим сейчас. Зашли ему привет пламенный, да уби этих... Фиквей. Так, писает. Здравствуй для начала. Что такое еще? А что, татарцы линии золотого слияния? У меня просто шестые дропы, я, ну, типа, в основном только шестерками это все бафается, немножко тяжело. Тут больше вот с этим проблема. Поэтому я пытаюсь татаров золото собрать, чтобы играть просто все нейтралки, там будет, ну, проще, куда деньги тратить. Блинский. Отличные родословные. Это существо как раз пора выгулить. Ладно, там нейтралки все на свете. У меня мутанус есть. Я просто думаю насчет этого мутануса, куда-то его скинуть, чтобы что. Ладно, го заберем пока что.
Эй, первый, кстати, воздушный пиратик. Ты отордаш? Че, кто, кого, где? Хрена себе, вот это неплохо. Золотая нала, картофан. Не сути, это для того. Не важно. Это, ребят, не важно. Я думаю, где-то может с Браном что-то получится или что-нибудь еще подобное. Ну, хотя вряд ли, да, как будто я просто хочу Татара собрать и дальше крутить. В общем, как будто у меня денег должно быть больше просто. Татара, давайте только. Дайте Татара, дайте Татара. Так, бабл есть, это неплохо. Бран уже триплет собирается, ну ведь... Ну вы чё? Дай Татара. Чича же! Я сейчас еще одного золотого соберу, прежде чем найду еще Татара. Ладно. Ладно, нафиг, ребят, нафиг. Блин, ския. Недостаточно, это все недостаточно. Проигрывай, да, всегда. Всегда проигрываю, всегда проигрываю. Осторожно. В этом мире человек человеку пёс. Вы как хотите, а я взрываюсь. Где? И мутант съесть. Однажды мы его соберем, однажды. Однажды, ребята, однажды.
Отойди от меня! Толк, конечно, жесть. Ладно, с Браном хотя бы скиллинг идет за счет боевых клещей, может что-то где-то подбафать. Атака с дракона, атака здоровья с турбодура, это вроде прикольно. Еще какие-то боевые клещи есть тоже прикольные. С Браном, по идее, золотым голда вообще не может заканчиваться. Он буквально должен в соло голду сам восстанавливать. Есть. Надеюсь, не перед вылетом. А, блин. Мне же, наверное, не надо это все. Тоже мне не надо. Прощай, игра Пираты 3. А, там опять вот это вот билд. Да проще партнер шипеднику, это было бы получше. А еще броню было бы найти тоже неплохо. Дать мне пусть броню. Ту-ту-ту-ту-ту. Может быть лучше закрывашка? Блин, надо было наоборот сделать. Это, конечно, не мяч. Ну роль, алло! Роль, говно! Охренеть, до сих пор анимацию смотрю. Золотой тыгдых, пошел ты в жопу. Блин, сроки бы все поскидывать, конечно. Хотя, блин, подожди, что я делаю? Ну, давай просто так. Что ребятам нужно, чтобы с ним справиться? Неужели я должен коляску собирать? Я не хочу коляску собирать. Кстати, Бран тоже было бы неплохо, как будто... Ой, Бран, Кальсгос как будто был бы неплохо. Все, уже нет времени, это прикинь. Я даже играть не начал.
Эйо. Используй не до гамбу, и мужчи по дамбу. СВ балаку, да бешвок от сата. Продол, нак-нак-нак-нак, а мачата. Водит сон, любит смафол, юкон, лифт, лет сад. Сидо, в этом метал, ми, восон рей, ма ступид, аскад, амбрелла, сакад. Так, 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 так. Да, твою же за ногу. Опять и тут миллион анимаций. Все время закончилось, да? Насят. Thank you for your time. Thank you for your mind. Mine. Испортим всем настроение с помощью аниме. Покажи, сколько триплетов. Хартмари Машка, 150 QQ. Арслан, смотрю тебя с момента последнего турика, вижу, что ебешь сильно, дай совет 7 копеек игроку. Хочется выбраться с этого болота. Играю примерно года, 1,5 уже, и последний год на 7 копеек сижу. Так, ну что можно дать такого прям по советам? Сейчас, блин, наверное, только после катки тут надо этот... Что тогда делать? But I've got to know. Просто зверь.
Че, не работает у тебя, дурачок? Я так потом это понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, иди. Так, сейчас. Испорти все настроения с помощью аниме. Покажи. А, я так не поиску трепет собрал. Слушай, там очень много трепет вообще-то, эта штука. Фак, я хотел же показать. А, фак. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.